He came to the theater once and stayed in the world of arts forever. Meyerhold spoke very highly of Inkishinov. Inkishinov tirelessly worked on the development of theoretical principles, the fundamentals of the stage movement technique. It was a completely new, unexplored system of human movements. In 1918, Inkishinov officially named the system of stage movement technique as biomechanics. Inkishinov wrote, "Biomechanics, which arose from the study of stage movement, provides the foundation of the movement of the human body and the possibility of creating a new motion behavior." Being a brilliant practitioner, he began teaching at state higher acting schools. Взаимоуважительные, скажем так, как ученика и учителя, но просто среди своих учеников Мейерхольд довольно быстро выделяет Инкижинова как человека способного, не только актерски способного, но и способного к педагогике. Это вообще была метода Мейерхольда. Он старался, чтобы все его ученики и по студии, и по мастерским, чтобы они были не просто слушателями, не просто участниками, а принимали деятельное творческое участие и инициировали сами работу над какими-то спектаклями, начинали преподавать и так далее, и так далее. То есть вот Мейерхольд всегда ставил перед собой такую задачу создать не свою личную школу, а создать целое направление, в которое рекрутируются продолжатели этого дела. И в этом смысле Инкижинов, конечно, был один из лучших и первых учеников. Об этом сохранилось не очень много сведений. Есть серия из 4 фотографий, где Инкижинов запечатлен в группе занимающихся биомеханикой во дворе того особняка на Новинском бульваре, в котором размещалась и квартира Мейерхольда, и его учебное заведение. Судя по фотографии, видно, что движется лучше всех, даже по статической фотографии. Он играл небольшие роли в мейерхольдовских спектаклях, в знаменитом великодушном «Рогоносце» 22-го года, в таком манифесте биомеханической системы игры. Он играл эпизодическую роль и присутствует на всех афишах и во всех программках. Последнее фактическое упоминание Инкижинова я обнаружил в афише 23-го года. Это были гастроли Мейерхольдовской мастерской в... Нет, это уже театр. Уже Мейерхольдовского театра в Киеве. Дала такая сводная афиша представления на открытом воздухе, где игрались отдельные отрывки из двух спектаклей, и была демонстрация биомеханики, и там в афише значится, что Инкижинов – инструктор по биомеханике и будет говорить вступительное слово к этой демонстрации. Дальше в документах Мейерхольдовского архива Инкижинов мне не попадался. In 1927, a friend and classmate, Всеволод Пудовкин, offered Валерий Инкижинов to become a co-director of the film The Heir to Genghis Khan. The movie was also known as Storm Over Asia, and Пудовкин offered Валерий to star in it. Инкижинов gladly agreed and offered Пудовкин to shoot the film in his homeland, Buryat, Mongolia.